вас, вы на канале Топ, ой, Черный Кот, и сегодня я вам покажу, как же изменить название картинки. Ну, к примеру, вы выложили видео, ну и хотите, к примеру, чтобы у вас была такая картинка, вот такая. Это все просто легко. Не все так быстро, ребят. Не успевайте там закрывать видео, досмотрите видео до конца, тогда вы все поймете. Для меня это менеджер видео. Сначала мы заходим в менеджер видео. Вот он. Я вам уже его показал. Заходим. К примеру. Ну и к примеру, когда вы выложили видео, вы можете... Какое же мне там... Когда выложили видео, нажимаем, ну короче, заходим в менеджер видео и нажимаем на вот такую вот стрелочку. И тут есть улучшение видео, оно черное, видите, улучшение, нажимаем на него. И потом тут сверху есть, вот он, информация и настройки. Кликаем. И... А, не-не-не-не-не. Не то. Я поставлю на паузу. Вот, я зашел на другое видео. Вот, есть все кадры. И вот тут есть кнопочка, свой значок. Но не спешите. У вас этого значка не может быть, вместо писать свой значок, может писать что-то другое. Как заполучить этот свой значок? Заходим в канал. Именно в канал. И вот тут у вас будет такая кнопочка, походу. Ну, походу подтвердить. Вы подтверждаете. И когда вы его подтвердили, у вас так и пишет. Подтверждено. Потом, когда оно подтвердилось, мы заходим... Ой, какие прямые трансляции, блин. Я снимаю, еще мне прямую трансляцию вести. Вот. Опять заходим в улучшение видео. Информации и настройки. И потом уже у вас тут появляется свой значок. Потом вы нажимаете, загружаете, ну, скачали с Google значок, зашли и, ну, зашли, нажали на свой значок, выбрали этот значок, поставили его, как вот этот, уже поставлен. И все. Смотрите, как его поставить. Я быстро покажу. Вот, мы нажимаем свой значок, кликаем на свой значок. Как написано свой значок? Кликаем по нему. У вас вылазит ваш файл и ищем название файла вашего. И все. У меня уже поставленный файл, поэтому я не буду. А теперь подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Черный Кот.